Буэнос диас, братва. Ядерный рассветный фазарет ваш экран, а это значит, что мы продолжаем мочить бандюков не... Фу, блять, какой Need for Speed в Borderlands? Садитесь поудобнее, берите ништячки и поехали. Здесь у нас аж три квеста. Первое. Нам нужно прикончить Крома и забрать у него ключ. Второе. Нужно собрать мясо скагов в баночках. И третье. Нужно починить железяку. Здесь есть еще один железяк, который даст нам апгрейд рюкзака. Да, я понимаю, что вместо 12 вещей я уже давно таскаю 30. Ух, Я бы 80 74 4 4 9. Скорострел меньше и обойма меньше, поэтому тоже на продажу. Так, а теперь какое еще оружие мы используем часто? Для дробовика апгрейд куплен. Револю не надо, пистолет-то у нас нет, ракетница. Таскать 7 гранат. Штурмовая винтовка. Уже куплена снайперка, естественно. К снайперке у нас теперь 96 патронов влезает. Так, попутно гранатцами закупились. Ну чё, на взлет нахуй. Сначала пойдем в эту сторону. Не будем сильно торопиться, соберем банки. Огневушечка, однако. Что это за проход? Ёбаные вот зафаки. Так, где-то здесь петух. Что, не нравится? В кровавый дым. Красота, однако. А, это, получается, поверху пошел, блядь, прямо к самому аду. Сука. Сейчас просто поверху полез. В самую жопу. Вот попросту в самую сраку. В очко. Так, этих петухов лучше из снайперки, наверное, хлопать. О, скоро 27 левел подъедет. Ха, быстро же он подъехал. Так, по-моему, где... Ага, вот он,
Ухмылка. Дополнительная экспа открыта. Не нравится. Охуенно. Так, куда дальше-то? Внизу. Так, делаем проскок. И вот оно, собственно, мясо. Где-то рядом. The truth is out there. О, кат-сцена. Не стреляйте! Не стреляйте, не стреляйте, не стреляйте! Ну, а мне пострелять придется. Так, небольшой перекурчик. Я вот одного не могу понять, почему пуколка так косит? Тых, тых, оба! Фух, было жарковато. Я аж призаткнулся на некоторое время, чтобы не потерять концентрацию. Спать нахуй. Какого хуя? Хуй с ним. Вопросов не имею.
Так, у меня там какая-то крутая снайперка выискалась. 220, 96,2. Скорострел 1,4. Не, моя круче. Твою ж мать! Вот как я мог сорваться, блин? Да кучи-нибудь еще эту хуйню придется переубить. Так. Так, надеюсь, в этот раз эта хуйня меня не выпилит. Да ты заебал со своими ракетами. Наконец-то. Наконец-то, блядь, эта хуйнища полегла. Ох, сколько ж мата было с ней. Иридианская снайперка, которой нахуй не нужны патроны. Фрагмент ключа без моей помощи. Ведь так. Учтите, я постоянно за вами наблюдаю, друг мой. Берегите себя. В этом деле появилось много заинтересованных лиц. Чё? Валим, не валим. Валим, не валим. Наверное, не валим. Так. Так, небольшая накладочка.
О, вот теперь порядок. Улыбнуть хотел, не вышло. За 15 минут, в принципе, справились, поэтому давайте-ка, наверное, займемся банками. Так, банки. То есть, получается, придется обойти вот так всю хуйню, блядь. Ебись, перевернись. Так, ставимся, несемся дальше. Хотя я летел поверху вниз, я тоже заглядывал. Что, не нравится? Забойно. Он даже не понял, откуда его пристрелили. Так, там вроде как что-то новенькое завезли, говорят, а? Купи аптечку, не пожалеешь. Так, это выживший охотник. Буду тупо искать рейнджера. Заходите. У нас вы найдете оружие и снаряжение по самым выгодным ценам. Повреждение 197. Точка 98,3. Скорострельность 2,5. В принципе, можно попробовать вместо моей винтовочки. Патроны кончились. Да, скорострел у этой пуки больше, но... Да и точность на высоте. Ебучие жуки. Так. Там что-то интересное было, видать. А, не, показалось. Я думал, ящик стоит. А там хуй. Угу.
Раскатал урода. Больно было. Готов, покойничек. Баночка. Она еще до земли не долетела, а уже оказалась у меня в руках. Опа. Зачищено. То чувство, когда вроде как патронов надо взять, а все уже забито ими. От нас не уйдет! Хм, она еще и стихийная, я так понял. Охуенно. Я тоже умею махаться. Так, этого еще на электрический стул посадили. Так, где находится четвертая банка? Вот там наверхе. По-моему. Нет? А, вот она. Сука, нихера не разберешь. Охуенно. Опять успел. В самый последний момент. Еще б чуть-чуть, и мне было пизда. Однако. Так, стопэ.
Железяка где-то рядом со мной, судя по карте. Так. Карта мне утверждает, что он находится возле самого бокового вот этого здания. Вот здесь, он где-то. Ну да, вот он. Так, где следующая банка? Так, значит, нам по стрелочке. Попутно сейвимся. Это круто. Так, этот забит, в прямом смысле слова. Не убит даже, а забит. Если так подумать, то вообще можно плеваться патронами для снайперки и АК-7-ми. Не жалея вообще ни о чем и ни о ком. Только банка-то находится не здесь, а здесь. Еще банка. Походу, зря я все-таки спрыгнул. Слава богу, не пришлось пиздячить через всю локацию. Иначе было бы крайне весело и мучительно больно. Так, вон она, баночка. Ах ты, сука.
Поводу мне еще и настреливает кто-то. Ну вообще, боль, жизнь. Жизнь, боль. Просто пизда. Турбированная. Так, ладно, третий заход. Но я хотя бы выкупил, где блядская банка. Темнота, ну сколько ж можно? Вы меня заебали. Так, где же шестая мать, твою, седьмая мать банка? Так. Ну, сука. Ну, сука. Ну, в задницу. Чувствую себя, как во время вчерашней ночной записи. Наверное, продолжим в следующей серии. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До скорой, ребятки.